В нашей стране продолжат работу по устранению различий среди людей, страдающих вирусом иммунодефицита. Один из последних шагов – снятие ограничений на усыновление детей родителями с положительным статусом, за исключением последних стадий болезни. Постановление Минздрава принято в декабре и вступило в силу в этом году. Сегодня более 20 тысяч белорусов – носители ВИЧ. Большинство проходит лечение. Каждый день Республика Беларусь будет очень конкретно и очень положительно пример не только для своих граждан страны, как надо устранить все возможные проявления дискриминации, но и пример для других стран, как надо бороться с дискриминацией. Сегодня отмечается так называемый день нулевой дискриминации. Традиционно по решению ООН в первый день весны во всем мире обращают внимание на проблемы людей, живущих с ВИЧ.